Вроде раньше была земля, до того, как я начал возить чернозем. Точнее, навоз. Не перегнишь. Держи. Возьмем гнутую лопату. Попробуй тут сейчас ей. Ух ты! Нетушки. Я сейчас лопат сломаю. Дай. У меня такая есть лопата, новая лопата, штыковая. Вот такая была раньше земля. По всему огороду. Вот посмотрим, какая здесь будет картошка. На следующий год. Как можете видеть, снега нету, мороза нету. Пока погода дает работать в огороде. Размер грядки 130 на 2,5. Да что такое там? Кирпичи, что ли, блин? Кошмар. У нас сегодня плюс 15. Но то, что солнца нету, ощущается как плюс 5. У меня раньше до покупки мотоблока в день, то на перекопку огорода уходило 2 недели. Так, тут же он стоит. Время сколько? Уже с... Четыре сорок. Сразу прошу прощения, ролик окажется длинным. Так, обходи. У нас 5 дней тепло. Малин уже пустила почки. Покажи почки. Ближе возьми. Видали? Офигеть. Но с 11 у нас обещают нам холода. Да ты чё, блин? Чё было, а?
Дрова. Все. Такое тут, а? Капец. Ну, ты что такое там? Ну-ка, стой, стой, стой. Еще один сюда. Это камни. Уже 9. Все, осталось всего ничего. Сейчас уровень. Все. Когда я сейчас там вырву. Перекопал, весь потел, а сейчас пойдем на вторую грядку, я тоже, я на следующий год планирую посеять картофель.
В этом году на этой грядке у меня рос кабачок аэронавт. Вот, кстати, между люцерной и виноградом. Стоп, стой. А вот в чем разница между чернозёмной землей. То есть пнутая лопата спокойно вообще входит. Это не камень, это навоз. Еще до конца еще не перегнил. А есть какой-нибудь консервный? Зацепил. Рома, попался еще. Ого. Корень люцерны. Маленько зацепил. Извиняюсь. Ну все, на этом все. Теперь же будем ждать весны, тепла. Посею картошку на две грядки. Постараюсь одного сорта. И потом уже осенью уже будем подводить итоги. Осенью 2020 года. На этом все. Всем желаю мира, здоровья, добра. До новых встреч. Пока-пока.